Отель «Нейли», расположенный в живописном тихом месте, открылся в 2007 году, однако уже успел привлечь к себе множество постоянных гостей со всей России и даже мира. Во время проведения Олимпийских игр в Сочи «Нейли» смог показать высочайший уровень сервиса и гостеприимства. Что неудивительно, персонал мини-отеля регулярно проходит обучение. Много гостей было и в связи с проведением «Формулы-1» в Сочи. Все туристы остаются довольны. Не оставляет гостей равнодушными и уютный интерьер мини-отеля. Очень понравился отель. Обслуживание, сервис, хорошее качество еды, очень удобное местоположение в самом центре Сочи, недалеко от моря. Отдых в центре Сочи с видом на горы и море. Вид на достопримечательности курорта открывается практически из всех номеров. Они, кстати, представлены в нескольких категориях – стандартные, двухкомнатные и семейные. В стоимость проживания входит завтрак, парковка, Wi-Fi на всей территории. Отель «Нейли» также предлагает своим гостям завтраки по системе «Шведский стол». Все блюда свежие и невероятно вкусные. Мини-отель подтвердил свое соответствие категории 3 звезды. Повышение качество услуг – основная задача как руководства «Нейли», так и персонала. Мы будем счастливы видеть вас и ваших друзей в качестве гостей нашего отеля, предлагая вам ощутить гостеприимство в полном его проявлении. Наша команда старается предугадать все ваши пожелания, постоянно и неустанно совершенствуя качество сервиса и стандарты нашего отеля. Порадует гостей внутренний дворик, где можно расслабиться в тишине. Для любителей водных процедур есть открытый бассейн. Сотрудники отеля помогут и организовать досуг, например, экскурсии по самым живописным местам курорта, в том числе и Олимпийского парка. Отель «Нейли» ждет гостей по адресу переулок Горный 1, справки по телефонам 262 1084 8918 608 2945. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.